Известному белорусскому композитору присуждена награда в сфере авторского права. Всемирная организация интеллектуальной собственности оценила вклад Олега Молчина в процесс формирования уважения к творческой деятельности. Пианист, композитор и общественный деятель, автор музыки легендарной Мулявинской молитвы. Помимо создания песен, Олег Владимирович активно работал в области защиты авторского права и был председателем Национального центра интеллектуальной собственности. Будучи великим композитором и создав очень много произведений, которые вошли в золотой фонд белорусской музыки, он, тем не менее, всегда говорил, что нужно уметь не только создавать творчество, нужно уметь его защищать. Поэтому я очень рада, что сегодня его заслуги оценили по достоинству. Да и сам Олег Владимирович всегда говорил, что отношение к авторскому праву – это индикатор культуры нашего общества. Награду вручили вдове композитора Ирине Видовой. Сейчас по ее инициативе обсуждается предложение создать фонд имени Олега Молчина для поддержки творческих проектов и деятелей культуры.